Маленькой бийчанке Варваре Поповой требуется помощь. Уже на этой неделе девочку ждут в Новосибирске, где ей назначена операция стоимостью в 45 тысяч рублей. Оплатить ее самостоятельно родители сейчас не могут. Варь, давай с тобой поприседаем, чтобы ножки лучше ходили. Нужно делать зарядку. Давай ты будешь считать. Один. Два. Чем чаще, Варя, будешь приседать, тем лучше будут ножки ходить. 4. Надо каждый Варе Поповой 9 лет. При рождении врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Девочке с трудом дается каждый шаг. Она плохо видит и отстает в развитии. Каждый год Варе необходимо делать операцию. Врачи надсекают мышцы по всему телу, от головы до пяток. Такая процедура убирает спазмы в мышцах и помогает увереннее ходить. Поездка в Новосибирск и операция обойдутся в 45 тысяч рублей. Родители девочки вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным бийчанам. Мы с Варварой ездим каждый год на операцию, но вот в прошлом году у нас не получилось съездить, нынче хотим снова. Мы ездим в Новосибирск, делают надсечки на ногах, и после этого более-менее она начинает лучше ходить. Чтобы мышцы не стягивались, надо их надсекать по мере роста до 18 лет каждый год. Вот. Мы первый раз съездили, когда ей было 3 года. До этого она у нас не ходила, и вот после операции стали у нас изменения в лучшую сторону. Прогнозы делают, что вот к 18 годам будет ходить так же, как и все.